Всем привет. Ой, у меня так болит спина. Не могу. Прямо в поясничном отделе. В общем, как вы поняли по видео, сегодня ужин это креветки. Вот такие красивые креветки. Здесь у меня два вида. Мы решили сравнить одни вот такие большие. Побольше, так скажем, я купил на рынке. И чуть-чуть поменьше коктейльные мы купили сегодня в пачке в магазине. Хочу вот что сказать сразу. Розыгрыш прошел. Два человека нашлись и написали мне. Это Green Re и как девочку трое? Альбина. Альбина, да, тоже мне написала. Поэтому адреса они мне уже написали. И ждем третьего человека. Это третий победитель Долли, которая, по-моему, сегодня только подписалась на мой канал. Жду от тебя комментарий, как я сказал, вам нужно будет скопировать ссылку с любого моего видео и написать комментарий под любым моим видео, вставив эту ссылку. Поэтому YouTube распознает это как спам и ваш адрес, если вы боитесь не писать куда-то в социальные сети, которые есть на моей главной странице в YouTube. YouTube распознает это как спам, посторонние люди не будут видеть ваше сообщение, увижу это только я у себя в сообщениях, в личных. Вот, поэтому я еще раз всех поздравляю, кто принял участие в первом розыгрыше. Кто не победил, не расстраивайтесь. Пусть будут дальше другие розыгрыши, пустячки, но получить всегда приятно на халяву. Как кто-то написал, халява, приди. И реально, я один раз, кстати, в институте кричал, не подготавливался, вообще филонил. И из окна я крикнул с открытым этим, как называется, нужно было раскрыть зачетную книжку, халява, приди, закрыл и получил двойку. Поэтому, видимо, этому человеку очень крупно повезло. Поэтому я вас троих всех поздравляю, кто победил. Если Долли не объявится в течение, например, давайте определим все с вами время. Сегодня у нас 15 число. Давайте дадим... Ну, до 17-го, что ли, да, до четверга. Сегодня, завтра, послезавтра, 17-го, когда я буду записывать видео. 17-го, если человек не объявится, не напишет мне никаких адресов, если она постесняется, побоится или не захочет, значит, 17-го числа мы разыграем вновь вот этот один приз, который останется, потому что два человека отписались сразу и под видео, и написали мне в личное сообщение. Вот, значит, у нас пока один человек под вопросом. Ну что ж, болтали много, давайте кушать, ужинать. И здесь, значит, у меня креветки. Кстати, вот эти большие, на рынке было написано мурманские. Не знаю, есть мурманские креветки, кто знает или нет. Раньше, наверное, были, сейчас, не знаю. Coca-Cola Light. И здесь я очень люблю, я прямо обожаю. Может, мне надо во Вьетнаме жить? Мою водичку вот из-под креветок. Вы никогда не пробовали такую воду? Попробуйте. Ну, нужно ее так подсолить по вкусу, как супец. И знаете, у меня ассоциация с этой водой, с тем, то, что раньше, помните, в банках было мясо криля. И голову я высасываю. И вот здесь... И корочку всю высасываю. Вкуснятина. И вот именно мясо криля там явно заливали вот этим вот рассолом, которым отваривались эти креветки. И мне вот даже пива не надо. Я пару креветочек запил. Пробуй маленькую креветку. Маленькая креветка, она более такая расплывчатая. Эти все-таки мясо пожестче и побольше креветка. Видите разница? Креветка, которая продавалась на рынке, и креветка, которая продавалась в магазине. Вот. Которая на рынке, конечно, она покрупнее вкуса особого
Отличия, так скажем, я пока не ощущаю. Может быть, то, что они в одной воде варились. Но у меня ощущение что креветки, которые с рынки побольше, они немножко такие, да, они поплотнее, пожестче. Ну, за подарки уж не обессудьте, какие есть. Я тут смотрел своих блогеров, которые начали только при подписчиках, там, не знаю, как у меня сейчас, они разыгрывали вообще какие-то открытки, какие-то брелки, магниты. Ну, люди тоже участвовали. Я бы тоже мог и хотел бы получить какой-нибудь приз, если я бы знал, что конкурс проходит. Я бы написал точку, поставил многоточие или там сказал «Привет, участвую», там, как многие написали сегодня у меня. Почему бы нет? Бесплатно получить какой-то приз. Меня просто удивило, что столько людей смотрели видео и не написать комментарий. Ну, это их дело. Это их дело. Мне сегодня сказали, все, наверное, подумают, что ты будешь разыгрывать автомобиль. Вот что надо есть на ужин, ребята. А мы что? Пьем и жрем. Ой, вкусно тоже. Ой. Вот что. А еще мне сказали, вот как у меня будет 10 тысяч подписчиков, ребята, разыграем телефон. Подписывайтесь. Или 100. Что-то, наверное, я неправильно посчитал. Да вообще, сегодня тоже многие писали правильно, что самое главное — это участие. Когда ты веришь в участие в какое-то, то получаешь действительно приз. Но, вы знаете, вы не разочаровываетесь, потому что я тоже не такой уж прямо везунчик. Сколько бы я ни играл в этих лотереях, тоже уже было уже об этом разговор. Моментальные эти лотереи, русское лото и все эти лохотроны, которые раньше были на центральных рынках каждого города. И потом вы выиграли машину, но с вами нужно зайти вам за гараж. Там еще один участник, и помните, там что-то деньгами торговали. Это в 2000-х годах было. Друг у друга там что-то перекупали. А второй человек, он оказывался, короче, подставной. И ведь, ребята, вся группа практически у меня поучаствовала в этом лохотроне, а я не поучаствовал. Вот как это называется? Даже вот в этом мне не повезло. Поэтому тоже очень редко выигрываю какие-то призы. Но всегда с надеждой иду покупать следующий лотерейный билет. Ну, когда найдет. Надо подумать, что в следующий раз разыграть. И когда. Ну, прикольная идея. Это когда вот ехать куда-то. Ну вот, например, мы в том году были в Крыму. Прикольно было бы разыграть там мед. Но опять как мед посылать? В пластике в каком-то. В бутылках тоже не знаешь. Ну, вот какие-то такие вещи, которые там, ну, не знаю. Там полотенца какие-то посылать тоже, но эти полотенца, они у каждого есть. Такие призы, например, почему я сегодня тоже думал там в один магазин заехать, купить, может быть, в следующий раз тоже продукты. Там очень интересные продукты в магазине. Я уже рассказывал, мы когда на шашлыки едем, есть такая сеть магазинов в Подмосковье, называется «Твой дом». Там достаточно дорогие продаются те же самые чипсы.
они стоят больше 300 рублей. Но там такие чипсы удивительные, с удивительными вкусами, например, со вкусом малины. Со вкусом, там, не знаю, там, чем еще там было. Ну, вот, в общем, даже со вкусом малины, ну, я не пробовал, мы не покупали действительно. Я бы хотел бы попробовать такой же вкус, так же, вот, как вот люди, которые сейчас, может быть, никогда не пробовали сок, там, чего, маракуйи, и они попробуют его. Пусть это маленькая баночка, но где-то, может быть, ну, хотя в Казани, или где-то там в таких крупных городах, Новосибирске, в Санкт-Петербурге, я не знаю, там, где... В Екатеринбурге, наверное, можно найти такие продукты. А в других городах, наша страна большая, многонациональная, поэтому где-то в каких-то магазинах, городах такого нету. Поэтому с радостью получить какую-то шоколадку или даже просто баночку какую-то вкусняшки, не знаю, мне было бы приятно. Вот. Как канал разовьется, как... Будет у нас много подписчиков. Будут призы, конечно, побольше, побогаче. Пока. Чем богаты, тем рады. Но я хочу сказать, что эти тоже баночки не совсем туши. Копеечку стоят. Жалко елку разбирать. Вы уже разобрали, интересно, елки или нет? Я так сижу на левый бок, потому что у меня вчера, я не знаю, что случилось. Я вчера целый день был на кухне, готовил. Я вам говорил то, что буду делать эти, как их зовут, морковные котлеты, свекольные котлеты. И я целый день вчера простоял на кухне. И у меня потом под вечер, знаете, я на кровать лег, у меня как в пояснице что-то как щелкнуло. И я просто не мог разогнуться. Мы сегодня просто даже Пашка мне ставил укол. Я попросил его, чтобы он приехал, поставил укол. Покупали. У меня как-то был у папы такой же. Позвонил папе, спросил, говорю, как там у вас это укол это называется. Вот он мне сказал. Поставили укол с витаминами. Два укола или три дня надо теперь ставить. Завтра приедет Женька, друг из Питера. Как уж я буду снимать мукбанки, я не знаю. Групповые. Так что вот. Вкусняшка. Да еще с водичкой. Что-то для меня так волнительно было. Прямой эфир. Я так разволновался, все слова забыл. Ну, во-первых, то, что вообще первый раз, надо было хоть порепетировать, просто в прямой эфир повыходить, хоть с тремя, с четырьмя людьми поговорить, кто там на меня подписан. А тут и розыгрыш. И как первый раз объяснить, потому что смотрели там у блогеров, как связаться с людьми, как эти розыгрыши проводить. В общем, первый блин комом, ну, уж не обессудьте. Мы все, кстати, когда с родителями едим креветки, у нас, например, есть там пачки две, мы варим частями. Вода кипит. И мы раз забросили, допустим, там какую-то партию. Они же там варятся, они же мороженые, варено-мороженые, готовые уже. Мы их раз съели, видим, что доедаем, раз еще партию бросили. И всегда они горячие. Вот видите, что в магазине кидают? Тут по сравнению, смотрите, с этой креветкой. Смотрите. О, вот это верхняя рынок, а вот это нижняя, это вот в магазине.
Вот поэтому сижу на бок. Больно поясницу. Тянет спину от поясницы всю. Хотя ходил в поликлинику и делали мне рентген перед Новым годом шейного отдела и грудного, и МРТ делали шейного, и поясничного. Ничего нету. Ну как-то как что-то защемило. Бах, и все, как рубильник. Это, наверное, потому что я на диету сел. Организм чувствует, что нет шоколада, хлеба, бутербродов. Я ведь типа перед прямым эфиром-то побрил голову. А чтобы красивым быть. А еще можно нарастить волосы. Ой, конечно, веселуха. Вот единственное хорошо, что да, на белке очень быстро худеешь. Я сам проходил через это. Когда со 120 до 89 скидываешь вес. Единственное то, что сейчас это поешь, а потом буквально через полчаса, через час, через два ты захочешь снова есть. Прикол в том, то, что белок, он требует больше энергии переваривания пищи. То есть вы едите калории, но организм больше тратит энергии, чем он потребляет. Поэтому белковая диета, она самая хорошая. Ну, естественно, что нельзя ограничивать себя, как мне и там мои подписчики написали, и полностью с ними согласен. На строгой диете там прямо не есть ничего, это нельзя, потому что... И врачи это говорят, и в интернете это написано, что организм пребывает в шоке, когда вы не едите. Организм думает, пипец, настал, меня не кормят. Как во время войны, представляете, да, у организма. То есть, что он делает, когда вы, через, допустим, у вас разгрузочный день, и на следующий день вы начинаете есть. Организм начинает впитывать в себя максимальное количество калорий, которые вы съели. Потому что он будет есть это про запас набирать, про запас. А вдруг не хватит? Мозг кормить, это же сигнал дает нам мозг всему организму. А мозгу нужно есть, нужно углеводы. Сахар, шоколад. Печени нужен сахар, шоколад. Это я вас не обманываю. Можете почитать в интернете. Книгах медицинских. А когда вот сами вспомните, даже в институте, когда учились там или где-то в школе, да, перед экзаменом говорят, нужно съесть шоколад. Не из-за того, что вы съели шоколадку, не знали никакого там биологии или там химии, или какого-то другого, да, предмета, вы съели шоколадку и стали все знать. Нет. Просто у вас организм начнет, мозг лучше работать, вы начнете больше, быстрее соображать. Как бензин, как топливо. Соляру вы зальете, да, или там 98-й бензин, 95-й в Бентли. Поэтому и когда вы сутки не ели, и мозг дает всему организму жрать, 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 хочу жрать, где жрать, а жрать нечего. И через сутки голода для мозга поступает какая-то еда. Мозг дает организму сигнал забрать максимальное количество углеводов, которые были потрачены, и запастись вперед. Иначе будет вдруг такая же ситуация. Я общими доступными словами объяснил. Аллегорически, аллегории, как я люблю. Общедоступно. Вы знаете, вот эти чипсы, я их буквально увидел тоже в Ютубе. Люди из Таиланда привезли эти чипсы.
который вот я в посылках буду отправлять. Я буквально, наверное, вчера или позавчера увидел эти чипсы в интернете, наткнулся на какого-то блогера. И он говорит, мы вот приехали из Таиланда, ни разу не пробовали, вот какие-то чипсы, значит, и показывает. И эти чипсы, они как-то раздуваются. Короче, вот такая вот история. Мы купили пачку, тоже себе, думаю, купил одну. Ну, чтобы понять-то, что люди есть будут. Потому что сок я пробовал, когда мы банки записывали. Ой, эти креветки, они как семечки. Я даже не вижу, сколько уже времени. 20 минут уже видео идет. Еще какие-то люди маньяки меня смотрят. Ну, в хорошем смысле слова. Одни написали, сходи на кладбище еще раз. Другие, сходи на другое кладбище, не на Ваганьковское, а на это. Как оно? Дедушка, брат похоронен. А, я на Новодевичью ходил, а они на Ваганьковской сейчас справляют. В общем, песня. Кто-то и видео записывает, ночует на кладбище. Я не смогу. Слушайте, ну я, наверное, полкило точно съел. Тут надо мной листебутся. В том видео, которое было вчера. И что я так похудел? Я не знаю, мне кажется, нет. Вы-то похудели. Ребята, мне кажется. Все очень много является значением. Ой, своим значением является ракурс. Я тоже на своих друзей смотрю. Думаю, боже, молода, красива. Была такая толстая. Такая красивая, такая похудевшая. В Инстаграме песня, в Одноклассниках песня. Лично встретил жир. Чё поговорим? Раз, зеркальце. Подняла повыше, попку втянула. Бочком встала. Лицо вытянула. Поэтому, знаете, я вообще кому какое дело, какой вы человек. Не так ли? Ой. Не знаю. То ли какая-то зависть, то ли вот с чем. Всякую там чушь людям пишут. Интересно, как по-английски будет слово креветка? Ой. И всегда сразу надо выбрасывать мусор из-под этих креветок. Вонь на всю квартиру. Как у нас тогда уже рассказывал, кореянка жарила селедку в общежитии. И каждую косточку, каждую веточку хочется обгрызть. Я еще тороплюсь, ребята. Чтобы видео не было, это уже 24 минуты. Так. Посмаковать.
пошуршать. Но по сравнению, конечно, с рынком, цена на креветке в магазине относительно дешевле. То есть за те деньги, за килограмм, что можно купить на рынке креветок, ой, газики у нас пошли, то на магазине, то можно купить, получается, 1,5 килограмма, да? Два с половиной? Кило 700. Ну, короче, в 2 раза больше, так, ну, грубо говоря, скажем. Но в любом случае, креветки, которые с рынка, они, безусловно, приятнее их есть. Хитиновый скелет у них плотнее. Мясо плотнее. Икра в каждой креветке. Кто любит. Нет ржавых. Ни в одной, ни в той креветке. Ну, которые покупались. Единственное, что я знаю, что креветки нельзя покупать белые. Знаете, такие цвет. Они, значит, перемороженные. Они такие вот бывают в магазинах, которые особенно так на развес в лотках лежат. В открытых. И они уже такие. Цвета снега. Так рано завтра вставать, на вокзал ехать. А встречать надо же, как не встречать друга. Вообще, я люблю принимать гостей. Не знаю, как вы. Я, наверное, больше люблю принимать, чем ездить. Для меня, лично для меня, ездить по гостям, ну, я не очень люблю где-то располагаться у кого-то. Мне больше нравятся гостиницы. Пусть какая-никакая, но гостиница, но ты сам себе хозяин. Все-таки у другого человека ощущение, ну, как будто ты напрягаешь, дискомфорт какой-то. Ну, хотя, наверное, у близких людей, друзей такого не ощущаешь. Потому что мусорка не влазит. Все, ребятки, чуть-чуть осталось. Практически уложился в полчаса. Это, по-моему, самое длинное видео. Еще одно видео такое же длинное есть. Мукбанг. Это когда я сердечки куриные ел. И там я тоже их жевал-жевал. Жевал-жевал. Никак не мог жевать. Тоже видео такое длинное-длинное. И вроде как остановить уже. Не остановить. А у меня сломался еще этот крабик такой. К столу крепился. Я снимал. Сейчас у меня на штативе стоит. И мне не дотянуться в следующий раз, когда я буду один. Это вы будете сначала видеть пустую картинку.
а потом меня, входящего в хадр. Будете видеть, похудел я или нет. Ну, правда, креветки очень вкусные. Сейчас YouTube подумает, 3 видео в день, вообще скажет, он раскочегарился. Ну-ка, давай-ка мы ему подписчиков добавим. Не спишем, а добавим. Вот если бы у меня не списали бы тех подписчиков, 100 там сколько, практически 200 человек. Дай, пожалуйста. То у меня бы, знаете, уже бы сколько было бы человек. Вот сколько сейчас? Вот считайте, в 200 раз, ой, в 200 раз, в 200 раз больше. 200 человек больше. Вообще так много теплых слов пишут. Ну, бывает, конечно, личности исключения. Тот человек, который тайно хочет, видимо, меня. Как говорил мой режиссер, мой мастер в институте, я слишком много времени уделяю тем людям, которые не важны в моей жизни. Я лучше скажу приятное про тех, кто пишет хорошие комментарии. Положительные. Поддерживают. Я тоже этим людям помогаю. Например, сегодня одной девочке, которая на меня подписана, была. У нее не получалось-то немножко с мукбанками. Я ей посоветовал, что нужно сделать. Именно не с мукбанками, а именно с записью видео. Как не помочь? Ведь ты поможешь человеку, а в следующий раз этот маятник вернется тебе положительный. Поэтому делайте чаще положительные вещи, и вам будет счастье. Карме вашей. Ну что ж, за неслучайное знакомство на канале YouTube. Я вас всех люблю, целую. Еще раз поздравляю всех победителей. Всех пальчики вы ставите сейчас вверх. Пишите комментарий. Рассказывайте о моем канале, как обычно, друзьям. Можете по желанию сделать репост в социальной сети. Кто хочет. Кто нет, тот нет. Смотрите сами. Ну и, конечно же, кто только что зашел на мой канал, подписывайтесь. Не пожалеете, не прогадаете. Разнообразный канал, не только мукбанки, но и путешествия, влоги, советы и медицинские. Могу, кстати, медицинские давать консультации, гадая по рукам, по таро. Режиссер, выключайте. Чего вы сидите-то? Я уже 100 раз дал понять, что у меня точка. Все, всех целую, пока.